Здравствуйте, меня зовут Марим Хусейн, мне 12 лет. Сегодня я вам хочу рассказать стихотворение «Еще тогда нас не было на свете». Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы пришли домой. Солдаты Мая, слава вам навеки! От всей земли, благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за мирный дом, за мир, в котором мы живем.